Приветствую друзей и гостей нашего канала и приглашаю вас на обзор магазина Fix Price. И давайте вместе будем смотреть, что есть интересного и полезного. Май 2020. Тряпка для сухой и влажной уборки, размер 40 на 60 сантиметров. Лицевая сторона тряпки гладкая, а оборотная махровая. Рекомендуется стирка при 30 градусах. Цвета в ассортименте, изготовитель Китай, цена 51 рубль. Щетка пластиковая, оснащена длинной металлической ручкой 120 сантиметров. Имеет мягкий длинный ворс и отверстие для подвешивания. Цвета в ассортименте, состав полипропилен, ПЭТ, нержавеющая сталь. Изготовитель Китай, цена 199 рублей. Коробка складная с делениями, размер 30 на 30 сантиметров, высота 9 сантиметров. Такая коробка отлично подойдет для выдвижных ящиков. В ней можно хранить мелкую одежду, нижнее белье, носки и прочее. Состав нетканый материал, картон, цвета в ассортименте, цена 99 рублей. Чехол для одежды на молнии из прочного дышащего материала, размер 130 на 60 сантиметров. Материал Spanbond, изготовитель Россия, цена 99 рублей. Коробка для хранения складная, размер 28 на 28 на 28 сантиметров. Такая коробка хорошо подойдет для хранения одежды, белья, игрушек, материалов для рукоделия и других вещей. Изготовлена из нетканного материала и картона. В магазине три варианта дизайна. Производитель Китай, цена 99 рублей. Чехол для одежды на молнии. Размер 65 на 110 сантиметров. Состав полиэтилен, винил, ацетат. Изготовитель Китай, цена 77 рублей. В продаже поступили новые полотенца, разный ассортимент. Есть полотенца пляжные, размер 100 на 150 сантиметров. Полотенце вафельное, хлопок 100%, хорошего качества, отличного, изготовитель Иванова. Мягкое, приятное на ощупь. И разные варианты дизайна. То есть очень широкий ассортимент. И, конечно же, все такой морской тематики. Как же хочется уже на море. Цена 199 рублей. Полотенце банное, размер 50 на 100 сантиметров, состав хлопок 100%, изготовитель Ашхабад, Туркменистан. Полотенце хорошего качества, средней плотности, нанесен орнамент меандр, симпатично смотрится и разные варианты цвета. Есть бежевое, желтое, голубое, бордовое и зеленое. Цена 199 рублей. И еще такой вариант. Полотенце махровое, коллекция Oriental, размер 50 на 70 сантиметров, состав хлопок 100%, изготовитель Московская область. Полотенце отличного качества, оно достаточно плотное, но мягкое. Очень приятные цвета, светло-бежевый, светло-серый и желтый. Мне понравились, цена 199 рублей. Коробка для хранения, размер 23 на 15 сантиметров, высота 12 сантиметров. Имеет две прорезных ручки по бокам для удобства переноски. Наружная часть коробки матовая, а внутренняя глянцевая. Изготовлена из полипропилена, подходит для пищевых продуктов, не содержит бисфенол А. Страна-изготовитель Россия, три варианта цвета в магазине, цена 55 рублей. Этажерка двухъярусная. Высота 23,5 см, диаметр нижнего яруса 25 см, верхнего 18 см. Она подходит для сервировки стола, на ней можно подавать закуски, фрукты и десерты. Проста в сборке и удобна в хранении. В магазине три варианта дизайна этажерок. Так выглядит верхний ярус 18 см. Состав стекло, оцинкованная сталь и ПВХ, изготовитель Китай, цена 199 рублей. Чашка объем 340 мл, изготовлена из фаянса, качество среднее, имеются следы наплывок краски на внутреннюю поверхность. Цена 77 рублей, два варианта цвета. Чашка 360 мл, также изготовлена из фаянса, смотрится симпатично, цена 77 рублей, изготовитель Китай. Форма для запекания многофункциональная, ее можно использовать в духовых и СВЧ печах, холодильных и морозильных камерах,
а также ее можно мыть в посудомоечной машине. Температурный диапазон эксплуатации от плюс 300 до минус 40 градусов Цельсия. Состав боросиликатное жаростойкое стекло, цена 199 рублей, изготовитель Польша. И у меня спрашивали, есть ли сейчас в продаже вот такие вот декоративные украшения ананас. Да, вот я для вас их показываю, что они появились снова в продаже в полном ассортименте. То есть белые, золотистые, серебристые. Цена 199 рублей. Декоративная наклейка на выключатель. И в комплект еще входят светящиеся в темноте полоски на клавиши выключателя в количестве 4 штук. Наклейки имеют самоклеющуюся основу и клеются на чистую гладкую поверхность без неровностей и трещин. Есть подробная инструкция по применению этих наклеек, дизайн в ассортименте, состав полиуретан. И вот такие вот варианты. Можно подобрать разные для мальчиков, для девочек, то есть в комнаты, в детские. Изготовитель Китай, цена 77 рублей. Щетка с пульверизатором для ухода за автомобилем. Имеет эргономичную конструкцию 3 в 1, резервуар для жидкости, водосгон и насадку из микрофибры. Напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, кто-то уже пользовался такой щеткой, насколько она удобна в эксплуатации. Цвета в ассортименте, материал алюминий, полипропилен, резина, полиэстер и хлопок. Изготовитель Китай, цена 199 рублей. Строительные карандаши, 6 штук в упаковке. Цвет красный и темно-серый. Используются для разметки различных рабочих поверхностей, деревянных, гипсокартонных, бетонных и других. Материал дерево и графит, Китай, цена 51 рубль. Набор уголков 5 штук, с шурупами 20 штук. Набор подходит для фиксации полок к стене под углом 90 градусов, а также соединения деталей между собой. Максимальная нагрузка 4 кг, состав сталь, изготовитель Китай, цена 55 рублей. Набор ремонтный для трубопровода. Лента ФУМ 10 метров, 1 штука, уплотнительные прокладки 55 штук, состав полипропилен, резина, фторопласт и медь. Изготовитель Китай, цена 51 рубль. Светильник-ночник работает от 3 батареек типа AG10. Батарейки входят в комплект. Световой поток 12 люмен. Кнопка включения и выключения находится снизу светильника. Состав ПВХ. Изготовитель Китай, цена 99 рублей. И еще очередной товар, который просили меня показать подписчики, это шляпы. То есть просили показать полный ассортимент шляп. Ну, я, конечно, покажу не полностью, но хотя бы так, частично. Шляпа женская, обхват головы 58 см. Состав полиэстер, цвета в ассортименте, цена 99 рублей. Женская шляпа с широкими полями и лентой. Обхват головы 58 см. Состав 62% бумага, 38% полиэстер. Лента 100% полиэстер. Изготовлены качественно, смотрится очень нарядно. Цвета в ассортименте и каждый цвет по-своему приятный. Изготовитель Китай, цена 199 рублей. И такая вот еще женская шляпка. Обхват головы 58 см, состав бумага и полипропилен. Цветок изготовлен из полиэстера. Цвета в ассортименте, изготовитель Китай, цена 77 рублей. Шляпа мужская, обхват головы 58 см. Сверху шляпа имеет сетчатую ткань, то есть она будет хорошо проветриваться. Состав полиэстер, цвета в ассортименте, цена 99 рублей. Обувь домашняя женская, размер с 36 по 40. Появились новые расцветки. Состав полиэстер, а подошва Эва. Изготовитель Тульская область, цена 99 рублей. Носки женские, размер 23-25. У этих носков мягкая резинка, усиленная пятка и мысок. Состав 80% хлопок, 17% полиамид и 3% эластан. Визуально носки хорошего качества, дизайн в ассортименте, изготовитель Московская область, цена 55 рублей. Носки с низкой посадкой, размер с 36 по 40. Состав хлопок 80%, 15% полипропилен и 5% лайкры. Цвета в ассортименте, изготовитель КНР, цена 55 рублей.
Носки мужские из бамбука, размер с 27 по 29. В состав входит 82% бамбук, 13% полиамид и 5% эластан. Цвета в ассортименте, изготовитель Россия, цена 77 рублей. В продажу поступили картины по номерам с новыми изображениями в большом ассортименте. Размер картины 38 на 28,5 см. В набор входит основа на картоне с контуром, акриловые краски, вспомогательный лист, кисть и акриловый лак. Не знаю, как где, но у нас эти наборы разбирают очень быстро. При мне вот купили несколько штук. Люди постоянно подходят, смотрят. И посмотрите, какие красивые рисунки, какие картины получатся. Яркая бабочка, белая лошадь, Колли в цветах, Прага, ночной город, волшебная рыбалка. В общем, выбор большой. Изготовитель Китай, цена 199 рублей. И давайте посмотрим, какие появились новые детские книги. Книга с тактильными вставками. Книги 14 страниц. Таких книг 6 в серии, и в каждой книге от 18 тактильных элементов. Книга на пружине, и у нее плотные картонные странички. На каждом развороте тактильные вставки, и предлагается ребенку погладить и потрогать. Цена 149 рублей. Живой пазл 4D анимация. Героев этих пазлов можно оживить. Необходимо скачать приложение Live Photo на мобильное устройство, выбрать эффект, нажать кнопку «Оживить» и навести камеру на пазл. И герои оживут. Цена пазла 55 рублей. И еще книжка детская, книжка с движущимися элементами «Мир вокруг». Книжка-малышка с подвижными элементами поможет малышу развивать мелкую моторику и познавать окружающий мир. Книга подходит для детей от 12 месяцев. Иллюстрации, на мой взгляд, бледноватые. Хотелось бы для детей вроде более такие яркие иллюстрации. И вот таким вот образом отодвигается створка, и мы видим, кто там находится, кто там спрятался внутри. Есть книга из этой же серии «Машинки». «Кто что ест». В этой книге уже более яркие иллюстрации. Цена 199 рублей. Серия книг Елены Ульевой. «Энциклопедия для малышей в сказках. Животные. Добро пожаловать в увлекательный мир животных». В этих книгах очень хорошие страницы, гладкие, глянцевые, интересные иллюстрации и удобный для чтения шрифт. Книга «Я побеждаю страхи» и «Откуда берутся деньги». Также все в сказках. Энциклопедия безопасности. Дайте ребенку шанс на безопасную жизнь. Следующая книга «Добрые дела». Каждый родитель хочет, чтобы его малыш вырос добрым, отзывчивым и воспитанным. Цена этих книг 199 рублей. И большой ассортимент разнообразных книг для занятий с детьми. А теперь давайте заглянем на полочки с продуктами. Соль поваренная пищевая. Она не содержит добавок, в том числе препятствующих слеживанию и комкованию. Цена за упаковку 18,30. И в продаже еще появилась сода пищевая 500 грамм, цена 25,50. Крупа гречневая 900 грамм, хорошего качества, чистая, цена 77 рублей. Макаронные изделия «Царь», изготовленные из твердых сортов пшеницы. Состав – пшеничная мука высшего сорта. В ассортименте есть рожки, рожки крупные. Упаковки хватает на 5 порций. Есть рожок гладкий, такой более мелкий. Также упаковки хватает на 5 порций. И перья. Цена за упаковку 27,50. Мука пшеничная «Царь». Упаковка 2 кг. Мука высшего сорта, цена 55 рублей. Хлопья 5 злаков. Овсяные, пшеничные, ячменные, пшеные и ржаные. Упаковка 350 грамм, увелка, цена 51 рубль. Молоко сгущенное с сахаром, жирность 8,5%, 100% натуральные. Состав молоко нормализованное, сахар, сахароза, лактоза. Производитель Белгородская область, цена 51 рубль. Набор 3 комплекта для самостоятельного изготовления маски, цена 99 рублей. Есть маска для лица 19,5 на 15 см, многоразовая, дизайн в ассортименте. Цена 149 рублей. Маска, набор масок
также полуфабрикаты для самостоятельной сборки. 10 штук, цена 51 рубль. И маска для лица 5 штук, упаковка по типу медицинских, цена 149 рублей. На этом я заканчиваю свой обзор. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями. Всем удачных покупок, крепкого здоровья и до новых встреч. Пока-пока!